Итак, вот наши черенки. В данном случае это жасмин. Я беру их вот так, не особо заботясь, как-то там без каких-либо то ни было правил. Кто у меня был, кстати, видели такие ежики? Что у тебя, Оля, такое в горшках натыкано? Да все подряд. Так рождаются растения. Почему у меня не садовый центр, а питомник? Потому что мы выращиваем все сами, с нуля. Так вот, я отвлеклась. Все люди разные. Кто-то хочет сразу готовый куст купить, а кому-то интересно поэкспериментировать. Вот, пожалуйста, экспериментируйте. Это сразу много. И, в общем, ничего не стоит для тех, кому сложно покупать готовые растения. Дорого. Это все понятно. Жизнь сейчас такая. Да и когда она была другая. Ну, в общем, кто хочет, тот делает. Это очень просто. Просто нужно взять и приложить руки. Температура укоренения не ниже 16. Регулярный полив, увлажнение. Вот можно, если у вас какое-то сухое помещение, это поместить под полиэтилен. То есть прям в пакет поставить. Изредка открывать, чтобы они не заплесневали. И все, и ждать, ждать. Это зависит от культуры, но не меньше месяца. Вот. Всем успехов!